Здравствуйте, подписчики моего канала, просто любители карт магии и наслаждений. Сегодня я взяла эту колоду карт для того, чтобы рассмотреть такой расклад, который называется «Кто вы сейчас?», да, то есть, чтобы вы немножечко в себе разобрались. Итак, в чем ваша суть сейчас? Смотрим. Так, смотрите, в принципе, ваша суть сейчас – использовать свой шанс для построения серьезных отношений, пройти трансформацию личности и перейти от одиночества, да, и, может быть, какой-то ревности по отношению к своему императору, с которым у вас долгие отношения, к более откровенным отношениям, да, то есть вы здесь очень часто обижались, уходили в сторону, вы будете переходить на уровень того, что нужно встретиться и пройти, может быть, сексуальные отношения, да, и что-то изменить в отношениях. Так, какая ваша энергия? Так, ваша энергия. Вы хотите, чтобы мужчина о вас заботился, чтобы мужчина стал другом, братом, мужем, да, и тогда вы дадите ему чувство, эмоции, любовь. То есть вам нужен мужчина, который будет принимать решения. Какие у вас есть силы на данном этапе? Ну, вы королева мечей. Знаете себе цену. Любите себя, держите дистанцию, даете возможность мужчине завоевывать, то есть отталкивая мужчину, вы его к себе притягиваете. То есть у вас очень высокая самооценка. Какие у вас, в чем ваша слабость? В чем ваша слабость? Смотрите, слабость. Ну, во-первых, здесь могут быть очень тонкая душевная организация. Вы очень любите сексуальные отношения. При этом, знаете, выбираете себе партнера только такого, который вам подойдет в сексе, а потом уже начинаете рассматривать душу. Сейчас у вас ситуация, что вам надо влюбиться в душу партнера, да, а потом уже переходить на сексуальные отношения. Чему, в принципе, эти отношения вас и учат. В чем вам искать счастье? Так, ну вам надо вспомнить на самом деле именно любовь к себе. И еще смотрите, искать счастье вам нужно с королем мечей, то есть таким же, как вы, да, который хочет взять ответственность за ваши отношения и который здесь же может дать и любовь в отношения. И вы умеете соперничать в отношениях, то есть у вас такой острый язычок, что, в принципе, вам дает возможность, да, как бы мужчину под себя подстроить. Он как бы и не замечает, как он влюбляется. Так, в чем вам вообще что-то делать, да, вот подсказку какую, что вам вообще нужно тут делать? Постоянно сомневаться. Сомневаться, анализировать, сомневаться в его словах, сомневаться в его любви, как бы заставлять его доказывать свою любовь и доказывать свои какие-то действия, да, общение очень много через социальные сети. Здесь можете даже что-то фантазировать, но давайте возможность человеку, чтобы он в вас все-таки вкладывался, да, и четко контролируйте своего партнера, чтобы он тоже понимал какую-то ответственность. Так, и смотрим тут, чем все это у вас не то, что закончится, да, а чем вот это все, к чему это все приведет. Ну, смотрите, партнер начнет ревновать, сходить с ума, психовать, пытаться делать вам какие-то подарки. Он будет понимать, что с такой ресурсной женщиной он хотел бы пройти по жизни, да, и он готов быть у ваших ног. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.